Добрый день, друзья! Меня зовут Николай Петров. С вами KNX24.com. Сегодня мы рассмотрим пример современного щита автоматики. Когда мы собираем шкафы для наших клиентов, мы считаем, что важна не только техническая составляющая, но и приятный внешний вид. Давайте пробежимся по всему щиту и посмотрим, из чего он состоит. Это шкаф серии AT-U от компании ABB глубиной 120 мм. Основание состоит из ED-профилей, на которых крепятся динрейки. На динрейках установлено само оборудование. Всю разводку и контакты закрывают EDF-панели, на которых расположены наклейки. Защитная силовая автоматика ABB серии S201. Для подключения приходящих силовых групп мы используем многоуровневые клеммы VAGA. Они удобные, красивые и надежные. Автоматизация умного дома сделана на испанских брендах Zenio и BESKNX. Также на воде предусмотрены реле контроля FastMeander для контроля обрыва ноля и защиты от перенапряжений. Разводка выполнена проводом ПВ с изоляцией разного цвета, цветоизоляцией по ГОС для разных фаз. Мы также стараемся использовать маркировку на внутренних перемычках, чтобы в процессе пусконаладки или изменениях на объекте инженеру было легко найти нужную электрическую цепь и произвести изменения. Вся сборка и компоновка осуществляются по заранее выполненному проекту и после выполнения на объекте кабельной разводки, в тот момент, когда уже есть понимание, с какой стороны какие кабели приходят. Шкаф полностью собирается на производстве в чистом помещении. На объект отправляется только корпус, который монтируется в или на стене. В него заводятся все кабели во время черновой разводки. Для разведения питания по автоматическим выключателям, УЗО и диф-автоматам мы используем гребенчатые шины. Это удобно, красиво, занимает меньше места и, главное, надежно. Для удобства поиска необходимого автомата пользователям мы используем наклейки с пиктограммами оборудования, которые отключают эти автоматы. Это помимо текстовой таблицы во внутреннем кармане щита. Силовой шкаф в таком исполнении прослужит долго, будет удобен в эксплуатации и обслуживании. Помимо этого, он имеет аккуратный внешний вид. Надеемся, вам был полезен данный видеообзор. Оставайтесь с нами на knx24.com, чтобы следить за новинками рынка автоматизации. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Всем пока, до встречи в новых обзорах.